Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. Сегодня мы рассмотрим масло виноградной косточки, фасовка 50 мл, поставщик Германия. Это очень популярное масло в косметике. Его можно добавлять в крема для лица или для рук. Также можно добавлять в шампуни, в гели для душа. Оно очень питает. Его добавляют постоянно в разную косметику. Также можно и для деток, оно не вызывает аллергии. Оно прекрасно размешивается с мыльной основой. Его можно добавлять еще в бомбочки для ванны. Также ваше тело будет тонизированное, свежее. Вот так выглядит масло. Виноградная косточка вообще очень полезная для красоты. Его можно добавлять и в скрабы, если хорошенько перемолоть. Вот так выглядит масло. Наливаем. Вот такой он имеет вид. Практически без запаха, нейтральный. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Хорошего вам настроения. До новых встреч!